Так, і до нашої студії сьогодні завітала Альона Нілєпова, співорганізаторка всеукраїнського фестивалю «Стартап Еко-челендж 2019». Доброго ранку вам. Доброе утро. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, розкажіть, що ж це за захід такий, де збираються найбільш еко-люди, так, з усіх 12 міст, якщо я не помиляюся, так? Розкажіть, як з'явилась ідея організувати такий заход і що буде саме в Миколаєві? Во-первых, как возникла идея? Получилось так, что в какой-то момент времени меня окружили только экологичные люди, которые занимались экологичным бизнесом, причем не ради заработка денег, а ради здоровья нации, людей. Ну, как-то это так философски на меня подействовало, что я решила, что давайте проведем такой фестиваль, может быть, и попробуем молодежь к этому присоединить. Uh-huh. И мы попробовали это сделать в Николаеве. Это было 13 июня этого года. Ребят было около 60 человек. Я думаю, что это достаточно много, потому что именно молодежь пришла. Не люди взрослые, да, а именно молодые люди 20-25 лет. И после этого мы получили очень огромный фидбэк, да, они нас спросили, говорят, давайте, вот нам интересно вот это, нам интересно вот так, а как вот это? Ну, в общем, очень много вопросов было и очень много эмоций, поэтому мы решили, что мы можем сделать это в 12 городах Украины и тем самым объединить экосообщество, ну и сделать экобизнес для молодежи, показать им, как это делается, и высаживать заодно деревья. Угу. 12 міст. Перше була Одеса, так? Да. Цими вихідними. А наступний Миколаїв, які ще міста будуть приєднані? Ще Запорожье, Дніпр, Харків, Черкаси – це в цьому році. І в наступному році – це Западна Україна, це Львів, Івано-Франковськ, потім Центральна, Полтава, Вінниця, Київ. Ще якийсь город забув. Слухайте, майже вся Україна долучається до екоактивістів, так? От, щоб саме розказати, що таке еко. Головна ідея також посадити дерево, так? Якщо не помиляюсь, читала, що це буде саме на базі Одеса-Миколаїв десь в цьому. Розкажіть, яке дерево, скільки дерев хочете посадити, як долучитися до того, щоб, можливо, також до цієї акції? У нас в плане 1000 деревьев, то есть мы планировали в каждом городе по 100 деревьев, но так получилось, что мы приехали в Одессу, нам говорят, давайте вы положите это на краудфандинг, и мы быстрее соберем средства. И мы попробовали это сделать, это очень-очень быстро оказалось, но они нам говорят, давайте захватим и Николаев, и сделаем это на два проекта. И после того, как мы вот сейчас соберем деньги и завершим, и посадим эти деревья в Николаеве и Одессе, мы планируем на всеукраинскую краудфандинг выложить этот проект и попробовать собрать деньги через краудфандинг для того, чтобы как можно больше украинцев присоединилось к этому. Угу. Як долучитися миколаївцям саме до цього проекту? Миколаївцям это нужно зайти на мой город, и там есть такая «посади мое дерево», «свое дерево», «посади свое дерево». И можно пожертвовать 50-100 гривен, кто сколько может. Там описаны перечень деревьев, какие мы будем садить, сколько какое стоит. В Одессе нас попросили сакуру посадить. Если, может быть, в Николаеве тоже кто-то хочет сакуру, то как бы можем жертвовать и на сакуру, а не только 100 гривен, да, на обычную павловню или сосну. Угу. Тобто ми самі вибираємо, так, да. Яке дерево хочемо посадити. Тому, друзі, обов'язково моє місто долучаємось, переходимо, дивимося, що це за проєкт. І я думаю, дуже класно, якщо буде саме ваш внесок в те, щоб зробити нашу екологію, нашу природу більш чистою і більш класною, кращою. А коли планується висаджуватись ці дерева? Мы, конечно, хотели это сделать сейчас осенью, но пока у нас не получается посредством, значит, тогда высадим весной. Угу. А что в Миколаеве? Когда будет відбуватися? Сколько людей планируете собрать и как долучитися також зареєструватися на захід? Мы планируем 12 октября, это Палас Хотел Украина, помещение на 100 мест, уже зарегистрировавшихся около 90 людей. Это те, которые оставили свои контакты, которым можно перезвонить, не просто которые сказали на Фейсбуке «интересуюсь». То есть это уже живые люди, которые хотят и действительно придут. Какой второй вопрос? Кто будут спикеры? Ну, сколько спикеров будет и какие, возможно, приклады, самые кого послушаем? Да, среди спикеров мы разделили на три части. То есть это активисты, это научные сотрудники, которые занимаются непосредственно этой тематикой, и это экобизнес. Среди научных сотрудников мы попросили Киева Могиля... университет имени Петра Могилы присоединиться к этому, и у нас будет два науковца, которые занимаются
очисткой воды, и второй проект это общая экология, которая там, ну что-то там такое супер-супер умное, я даже сама половину слов не разобрал. Поэтому я думаю, что нужно будет присоединиться и поспрашивать, что это, как оно работает, как оно функционирует, как людям в этом участвовать. Среди активистов мы попросили прийти по правам защиты животных, мы попросили прийти Аню Ганжу по сортировке мусора, да, потому что она очень-очень крутая, она очень это интересно делает, и мне хотелось бы, чтобы все услышали, в большинстве именно молодежь, потому что она работает со школами, с детскими садами и с университетами тоже, но, казалось бы, все-таки в университетах это не так почему-то приживается, поэтому хочется, чтобы она их больше вдохновила. Вот, и среди экобизнеса, вот честно, я сейчас не помню, кто там, потому что еще мысли об Одессе, там мы завершаем. Но я знаю, де можна познайомитись з усіма спікерами, точно знати. Це є сторінка у Instagram ecochallenge.com.ua, якщо не помиляюсь, да. Так, там можна дізнатися. І сайт також. Сайт, так, точно так же називається, да, ecochallenge.com.ua. Так, тому, друзі, обов'язково долучайтесь, я думаю, буде цікаво, тому що, наскільки я знаю, то в Одесі навіть дощ не злякав людей, поприходили. Ой, дуже плохий був погода, да? Плохий дощ, такий з дуже сильним вітром, і 40 чоловік не испугались, вони прийшли, і в процесі все равно люди доходили, ми добили до 55 людей, тобто 55 учасників було, помимо спікерів. Слухайте, ну це дуже круто, що взагалі є ось такий рух. А от чому саме зараз, можливо, так питання, так люди не задумуються про природу, екологію, чому зараз дуже актуально нагадувати про це і говорити? Також. Очень сильно загрязнена наша планета, начиная от Земли, заканчивая океаном. И люди не задумываются о том, как жить так, чтобы оставить нашу планету чистой для будущего поколения. Поэтому мы подняли этот вопрос и затронули все тематики, начиная от воды, заканчивая альтернативной энергетикой, косметикой в том числе. Ну це дуже круто, тому, друзі, долучайтеся. Так, 12 жовтня у да. суботу, так, о 10 годині палац готель Україна, я думаю, всі знають, так, де на Пушкінському так, кільце. На Пушкінському кільце дуже легко дібратися, доїхати, тому обов'язково долучайтеся. Я думаю, якщо також мають якісь свої ідеї, проекти, можна ж також писати на сторінку, да, нужно, так? Нужно писати, і ми обов'язково дадимо можливість висказатися, тому що мені вчора навіть буквально позвонили, говорять, ми нічого в цій тематиці так глибоко не знаем, чтобы высказываться, но мы хотели поиграть на гитаре. Я говорю, да, с удовольствием, я говорю, в перерыве мы можем вас послушать. То есть на экологическую тематику песни мы будем тоже слушать. Слушайте, ну, дуже цікаво. Я думаю, буде дуже така класна еко-вечірка, тому, друзі, долучайтесь. Я нагадаю, Альона Нелєпова, співорганізаторка Всеукраїнського фестивалю стартап «Еко-челлендж», була сьогодні у нас гостя. Дякую вам за те, що прийшли, що взагалі створюєте такі проекти. Я думаю, вже час задуматись про нашу природу, про те, що ми залишимо після себе. Тому обов'язково долучайтеся, пишіть на сторінки і, звісно, купуйте дерева, щоб висадити у нас в нашій області.